Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и я продолжаю играть вместе с Вайтом. Всем привет. В Мастера достижений. В прошлом эпизоде мы Вайт уже достроил голову, свою голову скина в горе, и мы выполнили еще одну ачивку, это построить свои скины. И я уже почти что достроил замок, еще чуть-чуть, вроде неплохо получается. И в этом эпизоде, я думаю, мы выполним такую ачивку, которая называется Payday. Это ограбить деревню по стелсу. Вроде прикольная. Ну пошли. Ты где? Тут я сверху. Пошли. Пойдем в ту деревню. И зайдем. Так, я сейчас день лучше включу. Выключи дождь. Так, все. Ну. Сейчас. Команда длинная. Зайдем сзаду, так как я вроде смотрел, и вот тот дом с сундуком сразу находится при входе. Это будет слишком просто, если так зайти и сразу взять и уйти. Кстати, да, еще я чуть не забыл про микрофон. У меня старый накрылся, поэтому сейчас вы будете слышать какие-нибудь шумы там по сравнению. Да, ничего какие. Звуки всякие. Но это исправится числа, это к 15 сентября. Ну все, давай высаживаемся с самолета, прыгаем с парашюта. Да. Идем грабить деревню. Все. Я спрыгну. Ага, я тоже. Ну все, нам тут уже два катера предоставили. Прикинь, такой катер в кармане носишь, выпрыгнул, поставил. А, один тип. А, ну, в принципе. Ладно, пошли. Все. Ты идешь? Да-да. Давай тут припаркуемся, чтобы были пути отхода назад, когда ограбим. А, тише, не столкнись. Да стой ты. Все. А твоя сломалась, да? Нет, вот она. Ну все, пошли. Ща. Нам нужны маски. На тебе одну и мне. Все. Пошли. Так. Вроде никого не вижу. Сейчас. Так, тут вообще жители есть? Ну, должны быть. А, ну я вижу, да, там в доме есть патрульный. Тогда сейчас обойдем его, а то он сигнализацию включит. Давай, пошли сюда. Тихо. Давай, крадись. Я не знаю, сколько тут вообще жителей. Давай, сюда. Ты лук выйми, стрел у тебя есть? Да. Давай, если что нужно будет, может кого-то снять по-быстрому. Патруля, охрану. Давай, пошли. Так, стой. А чё, жителей вообще нету? Нет, они где-то попрятались. Ты что, где? А, жители, сюда. Где? Я думаю, нужно его снять по-быстрому. Видишь? Вот. Да, стоит вот этот домик. Так и прячься. А то сейчас. Все, он задом обернулся. Давай стреляем в него. Снимаем по-тихому. Стой, жди, не стреляй еще. Так. Не. Он что-то заподозрил. Давай. Ща. Или обойдем его? Я думаю, лучше давай обойдем. Давай обойдем. Выми спрятанный клинок, алмазный. Если что. Житель! Я не знаю, увидел меня или нет. Стой там. Ты где вообще? Там на горе сейчас стою. Я не знаю, увидел меня ли этот житель. Но если бы увидел, он бы уже сигнализацию поднял. В принципе, там еще один житель. Я не знаю, как его снять. Вот там он. Давай спускайся сюда. Видишь, там житель в яме. Спускайся быстро. Иди сюда. Это вообще запалит. Ну я его видел, он там стоял, но я не знаю, видел он меня или нет.
использую радар. Ща. Тихо. Бляха, муха. А все, его уже нет, он, наверное, в дом. Пошел. Давай, стой тут, иди сюда. Стой тут. Ага. Вот там житель еще один. Давай, ща. И один вроде в дом, или это он спустился. Ну я тогда сейчас пробегу так быстро. А ну он куда смотрит? Он вообще в другую. Да нахрена ты стреляешь? Нет. Да блин, у меня как-то мышка сама залагнула. Смотри, чтобы он не спалил, что там костер горит. Ну все, я зашел в дом, давай иди сюда. Иди сюда. Быстро. Все. О, костюм от Versace. Во, отлично. Стоит $3000, ни хрена себе. И 2 золотых слитка, их вообще можно оттолкнуть. Я не помню, сколько там один золотой слиток в Payday стоит, вроде 11 тысяч. Ну, отлично, давай. Сейчас нужно отступать. Бляха, твоя стрела тут горит. Житель! Он увидел, не знаю, ну я думаю, не знаю. Ну он на меня смотрел, ну в принципе он всегда так смотрит, даже если игрок идет, не знаю. Ну где он вообще? А там стекло выбить? В принципе он меня увидел, я так думаю, он на меня смотрел. Я не знаю. Чё, идем убьем его? Или он может, у него только подозрительность поднялась? Может, в принципе, уходим. В принципе также, когда в Payday, когда на тебя кто-то смотрит, то не сразу за секунду поднимается тревога. Как бы идет сначала такой знак вопросик, там пару секунд, если ты стоишь около охранника, а потом уже как бы знак тревоги. Так что за секунду вообще никогда тревога не поднимается. Все, он вроде уже куда-то ушел, я не знаю. Вроде смена меняется, сейчас другой патруль придет. Давай, сюда, обратно. Кто-то вышел, я слышал. Всё, я в укрытии. Я тоже. Там патруль зашел во второй дом. Там еще один. Так. Ты где? Чё, оставить им записку на дверях, что дом был ограблен? Конечно. Табличку поставить. Табличку. Я потихоньку отхожу за дом. Ну, за дом. А по-русски нельзя печатать. Не, тогда не. Напишу так. А-за-за-за-за-за-за. Заправили, да. Вы били... Ле-ми. Кстати, серия всего 8 минут длится. Может, еще какую-нибудь ачивку? Ага. Все, я им... Так, я не знаю, как я сейчас выйду, если он зайдет в дом, мне нужно его будет по-тихому убрать. Нет, там смотри, там еще где, вот этот домик напротив кузницы, там этот стоит житель, где заборчик. Он упал на поле. Житель! Я не знаю, видел он меня или нет, но я как его увидел, я сразу в дом забежал. Я не знаю. Я попробую, ну, посмотреть. Житель, я думаю, он идет сюда. А! Он в доме, но я спрятался. Я не знаю, видел он меня. Ты видишь меня, да? Я типа. Ну. Да, я тебя вижу на карте. О, тут житель в доме. Но я больше тут никого не вижу. Я в углу так заперся. Спрятался, я не знаю, смотрит он на меня или нет. Иди отсюда. Че, мне домой уходить? Да не. Алло. Своих не бросают. Так ты говорил, уходи отсюда. Я ему. Не оставляй меня, а то еще милиция. Давай я тебя попробую прикрыть. Ща. Вот тут житель в доме. У того подозрительность возникла. Да, чуть-чуть, да. Он еще тут стоит. Ты можешь как бы издалека натянуть стрелу прямо в ход и потом типа в проход в дом, как бы выстрелить, я потом его добью.
Сейчас попробую. Или через окно. Угу. Сейчас, подожди. Вон. Он смотрит прям в окно. Я попробую... Че, убивать его, да? А ты где? Я смотрю сверху на него. Он у меня под прицелом. Поздняк уже есть. Я думаю, он меня увидел. Ты где вообще? Куда ты вообще выстрелил? В него. Как в него, если он в доме? А твоя стрела за домом пролетела. В смысле, ты какого жителя смотришь? Там еще один. Ты в него выстрелил? Да. И он что, умер? Не знаю. Он тут же убежал. Ты дурак, да он сейчас тревогу поднимет. Я думаю, тогда нужно сваливать. Житель! Иди. Все. Валим, а то сейчас ОМОН прибудет. Давай, вали отсюда. Ты опять накосячил. Мы уже эту серию второй раз снимаем, то он первый раз опять кого-то там выстрелил, просто так тревогу поднял. Давай, валим, пока спецназ не прибыл. Давай, вали. Ну, в принципе, мы так ограбили костюм Версачи, он на мне. Два золотых слитка, еще что-то. И яблочко, да. Все, вроде свалили. Успели. Опять ты накосячил. Ну я косяк. Опять косяк. Второй раз. Я ему говорю, стреляй в одного жителя, вот он передо мной, а он вообще, бляха-муха, видит какого там жителя за 100 километров, не знаю где, в какой-то хренотени, и у него стреляет, и опять второй раз палится. Да нет, он вообще-то в окно в тебя смотрел. Ну он был в доме и смотрел в окно, нет, на улицу. Нет, нет, он рядом с кузницей прям был. А я говорил о том жителе, который стоял в доме, рядом со мной. В доме. Не за домом, а в доме. И как потом я в дом бы попал? Я говорю тебе, зайди там с прохода и целься в дверь. Он как раз стоял на проходе в дверь. Как... Ух, твою ж мать, стукнул микрофон. Стоял дверь, как бы ты просто натянул бы стрелу в тот проход, дверной проход, и просто бы в него выстрелил. Я бы потом выбежал и его убил. Я и так убил одного охранника. Вот и косячило. Никакой с тебя вообще грабитель. Ну хорошо, что нас не словили, а то бы срок сидел ты, я бы сбежал с тюрьмы. Все. Давай, нас там сейчас вертолет забирает. Все, давай. Полетели. Фу, ну вроде ограбление прошло успешно, хотя он и так накосячил. Может там уже ОМОН или как там спецназ прибыл, но не знаю, мы успели убежать. Ну, по стелсу так по стелсу, мы ее украли. Ну, отход не очень таки получился, так как он накосячил. Ну, он такой еще начинающий грабитель, вы его там не судите строго. Ну все, ну зато украли костюмчик от Версачи. Видишь? Какой? Видишь? Вижу. Прикольный. Дорогой. На черном рынке продать. Да. Вот моя маска с Payday. Тыквы. Ладно, ну все, ограбление прошло успешно. Вот ачивка сейчас там сверху появилась, бам. И ну еще сейчас думаю одну ачивку выполню. Такую простую. А, ну не знаю где. Пусть будет. Вообще. Так. Где бы ее вообще сделать? А, ну сделаю вот тут. Где? Вот тут. А ну, я не знаю, как это называется. Ну, как бы сделать замкнутый круг рельс и как бы... А, все, я понял, я могу сделать. Ну, я сделаю еще, не трогай. Окей. Это ж легко. Ну, да. Не, нажимные бери. Какие нахрен нажимные? Ну, можно нажимные, которые с нажимной кнопкой, рельс с датчиком. Да, ну, зачем? Ну туда с Redstone бери. И сюда что, этот свинью или корову, да, поставить? Свинью. Ну ладно. Землей закроем.
Сейчас свиню. А, так, сейчас заспавним свиню. Не вот. Сопло. А. Чё-то сам засел. Да. Шеф надо, шеф. А. А, ну вот, все. Толкай. Все, катайся. Все. Все, ачивка тоже выполнена. Бам. И ну все, я думаю, на этот час посмотрю, сколько там уже серия идет. 15 минут. Ну, в принципе, ну думаю, да. Да, не, думаю, уже можно заканчивать на этом. Опять на машины. Ладно, ну все, я думаю, можно да заканчивать. В этой серии мы выполнили две ачивки. Ограбление прошло успешно, но чуть-чуть не спалились. Там охранник уже вроде побежал вызывать тревогу, но мы успели убежать. И вот, катаем свинку на рельсах. Ну и все, думаю, на этом уже можно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Всем пока.